Среди переселенцев с юго-востока Украины, которые получили сегодня российские паспорта, семья Дениса и Надежды Зюба. В Самару они переехали почти год назад из Донецкой области. Признаются, не ожидали такого быстрого оформления бумаг. Получать паспорта семья пришла почти в полном составе. Не хватает только старшего сына Ильи, который сейчас за школьной партой. У нас старший сын пришел в школу, в первый класс в прошлом году пошел. Мы приехали без документов, практически только наши документы, наши паспорта. У нас взяли в школу без проблем, без всяких там каких-то проволочек бумажных. Семья Зюба стали участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в Россию. Они оформили гражданство всего за 3 месяца. Обычно на это уходят годы. С мая 2014-го по той же программе паспорта будут получать 4500 человек. Каждый регион сам задает планку для будущих россиян. В Самарской области обязательное требование образования не ниже среднеспециального, хотя бывают и исключения. Самарская область и предъявляет в некоторой степени гораздо более жесткие требования, чем все остальные, к участникам государственной программы. Наша программа региональная ориентирована в первую очередь на привлечение специалистов. Несмотря на строгие критерии, заявки на участие в программе на 1 сентября подали больше 1500 человек. В основном это граждане Украины, Узбекистана и Казахстана. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.